Ты же образцовый мещанин. Как могут быть интересные люди, которые ничего не понимают? Раз вы такие образованные, ну научите вас жить. Шутку сказал, смотри, как в каждого попало. Человек же ты пустой, никчемный. А вот гордость в тебе чисто барская. Ну вы-то знаете, что такое любовь? Я люблю тебя, Таня. Думаете, что я влюблен в вас? Мы не думаем. Это напрасно. Послушайте меня, пожалуйста.